Здравствуйте, мы находимся в научно-техническом отделе Дворца школьников города Алматы. Здесь есть различные инновационные направления, как нейротехнология, робототехника, 3D-прототипирование и другие направления. Помимо этого, здесь есть лаборатория химии, физики, биологии. Давайте сейчас на них посмотрим. Всем привет! Я педагог геоинформатики. В лаборатории геоинформатики наши ребята недавно собрали свой квадрокоптер и запрограммировали его. Этот квадрокоптер способен летать на дальние расстояния, снимать видео в 4К, передавать видео на FPV-очки и смотреть через них. Также наши ребята построили свой дом, который имеет полную подробную детализацию. В лаборатории геоинформатики наши ребята учатся основам моделирования, программирования, проектирования, авиамоделирования, а также пилотирования.